приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться со мной 7 мая 2024 года по улицам города Саратова. Прокатимся сейчас. О, а тут у нас, как обычно, провалы от чего-то. За бортом, да, забыл сказать. За бортом 22 градуса, обещали 24. Прокатимся, вот начал от Большой Садовой по Вольской до Белоглинской. Вот она прямая до Чапаева и до Ильинской площади, до Шелковичной улицы доедем в этом сюжете. И сразу свою мантру пропою, как обычно. Этот день обмена возврата не подлежит. Исторические кадры, смотрите, как это было у нас вот в этот день. И в Ютубе, Рутюбе, в Одноклассник, привычка уже. В Ютубе, Рутюбе, в Дзен Яндексе выкладывает данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Где кому как удобно, но все как обычно. Да, я смотрю, что-то начали в Рутюбе-то больше, так вот сказать, так, 30 подписчиков, а просмотров иногда по 20 и более. Пора мне там, наверное, там самозанятым быть только можно, чтобы получать 50 рублей в день. Все, никак не решусь. И никто там не пишет, как там... картинка, как там... Есть реклама, нет рекламы, потому что я-то смотрю без рекламы на своем канале. Ох ты, как обычно на этой ямке все двигается. Да, здесь у нас улица Соколовая, пересекать сейчас будем. И вот смотрите, да, вот я вам показывал периодически, раз в месяц Вольскую, по Вольской проезжаю. И вот как вот все-таки смотреть приятнее, когда... Езжу на мопедах по тротуарам. У меня про деревья, что они зеленые, когда все вот распускается, все вот это тепло. Это вам не осень, не зима, не... Но это весна сейчас. Когда вот слякоть, грязь и что-то, цвета жизни другие. Да, извиняюсь сразу же за то, что еще раз в предыдущем сюжете говорил, но... Лобовое стекло чуть-чуть грязное от мошкары, которые осталось, еще не помыл машину от этого поездки в Эльмень, Баркадак, Турки. Думал, дождик будет, а его нет, и как раз не стал машину мыть. Ну вот надо помыть. Пересекли мы Большую Горную. Следующий вот там перекресток Посадского. Дальше будет улица Зарубина. Просто напоминает те, кто не знает Саратов или кто-то его забыл. Дальше вот улица Гоголя, писателя, и Кутикова. Так. А там что-то авария какая-то. Да что ж такое, я выключаю его. Да, тут здрасте, пожалуйста. Это мы Кутикова пересекли. Здесь улица Челюскинцев. Никто не хотел уступать. Мадам за рулем. Ну вот, кто меня будет упрекать в сексизме, я вам скажу. Девчулинки, они небольшие, что характерно. Не как у мужиков-то разлетелись и влетели. А вот такие вот. Там чиркнуты, тут чиркнуты. Ну, такая особенность. А вчера ехал, тоже передо мной там
Ленинском районе едет, пропускает, думает, кто же такой. А это оказался пенсионер и еще ехал с телефоном, разговаривал на Hyundai Solaris. Да, проехали Киселево, Московского пересекли. Киселево, Большая Казачья. И вот он едет и разговаривает, сам еле едет, и в одном месте он должен был уступить перед этой классикой. Как кто-то тормознул на классике, то уже они врезались. Вот и о том, неважно, девчулина, мужчина, там пацан, вот телефоны эти, как их называют, дебильнички, как наш говорил профессор, дебильнички, очень тормозят. Да, проехали Столыпина, проехали Дзержинского, а Яблочко сначала после Большой Казачьей, Т-образный перекресток был. Теперь мы проезжаем Сака и Ванцетти. А, да, забыл сказать, что мы уже вот сейчас вот проехали из Кировского на Фрунзенский и попали мы в Октябрьский, я так понимаю, район. Что интересно, проехали быстренько, относительно быстро. Вот, летит ясеня. Присмотрелся я и действительно, как в сказке сказать. А потом полетит уже с тополя. И машина вот вся забивается вот этой. Следующая у нас вот эта улица Мичурина. Пересекаем. Но забываю вот это название, Ульяновская улица, вот маленькая такая. Дальше будет улица Рабочая. Оп-оп. А там что-то впереди веселое такое. Рабочую пересекли, бах, Нищевская. Ну, ё-моё. Сам не люблю, когда так получается, но что-то там такое. А что такое? Вот получается, машины с одной стороны, с другой стороны наставили, и все, смотрите, в одну полосу, три полосы в одну полосу. Как же не будут быть заторы? Давай, таксист, не спи, разивай. Вот и все, вот как хотите, так вот и езжайте. О, девчулина вышла. Приемная комиссия. Теперь на Белоглинской поворачиваем. А почему стоим? Кого ждем? Так, ну а теперь мы попробуем туда завернуть. На Белоглинскую. Здесь самый народ ходит. И в наушниках, и так. И бабульки, и дедульки. Все идут в центр города. И здесь такая же канитель.
одна девчулина вылезла, другая залезла. Такси. Ждут, сейчас вот пропускать надо товарища. Кто налево, кто направо, и не поймешь, кто куда едет-то, кто в какую полосу-то. Нам-то налево надо. Ну вот, не успели проехать. Так, ну вот, на Чапаеву сейчас выезжаем. До Шелковички доедем, до Ильинской площади. На этом буду заканчивать сюжет. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока.